конец года, все хотят позакрывать все долги. Мы не просто свои хотим, чтобы оплатили долги, а мы ежемесячно закрываем, потому что электроэнергию мы покупаем у государственного оператора, а мы по лицензии действуем, и, естественно, мы платим за ту электроэнергию, которую взяли у государственного оператора, ежедневно. То есть в конце месяца баланс, если мы не оплачиваем, то нам приходит, если нам не оплачивают, то нам приходится собственных денег расплачиваться с государственным оператором. Еще раз напоминаю, в преддверии конца года просим вас заплатить за электроэнергию. Счета вы получаете. До 10 числа просим их оплатить. Если какие-то бывают неурядицы в показаниях, существует электронный кабинет, существуют телефоны, по которым вы можете обратиться в колл-центр. Также, если уже вы не можете дозвониться, можете прийти в район электрических сетей. Напоминаю, Маяковского, 42. Рабочее время с 8 до 5, с 12 до 13. Перерыв. В пятничный день мы работаем до 16 часов.